Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели. Интернет-портал радиоцентра «Сан-Гейтс» продолжает свои программы. И сегодня у нас в студии гость, правда, на экране моего монитора. Это выпускница Института интегральной медицины Элла Арбит. И мы будем сегодня говорить о таком предмете, как тай-чи. Это очень интересно, это очень необычно, потому что, ну, как мы знаем, тай-чи — это в первую очередь, во-первых, энергия. И энергия, которая проходит по нашему телу, ее называют ци или чи. И то, что Элла предлагает сегодня поговорить, это вопрос такой. Не все можно с помощью тай-чи узнать, ну, когда мы обучаемся у каких-то наших мастеров. Вот, Элла, расскажите, во-первых, здравствуйте. Здравствуйте, доброе утро. Счастливо с вами опять встретиться, Михаил. Насущая тема. Да, спасибо большое. А вот о чем идет речь? Вот объясните, пожалуйста, что такое неотвечаемое тай-чи? На что тай-чи не отвечает? На какие вопросы не отвечает? Но я начну немножечко с того места, где я нашла эту тему. Два дня назад, будучи в Майами, я вышла на разговор с Богом. Я чисто работаю с утра до вечера, и отец с матерью, проходя по океану, мы с ними стояли в висцеральном теле. Я была на земле в висцеральном коннекте с моими родителями. Висцеральность моя помогает мне останавливать все время вокруг меня. Во-первых, это очень омолаживающий предметный разговор. Время останавливается, когда я в висцеральном облике. Мои органы работают на полупределе. То есть, проясните, да, пожалуйста, вот этот термин висцеральность. Я не знаю, ли кто-то знает висцеральность. Висцеральность — это огромный предметный разговор, не для лекции в данный момент. Почему? Потому что все... О чем идет определение, пожалуйста, если можно, какое-то такое простенькое. Папа говорит, что люди должны еще об астрале говорить. Пусть они продолжают в астрале быть, а висцерал, я сейчас смотрю на время, они предлагают этот момент мне посмотреть, когда оно начнется. Давайте пока я упомяну висцерал. Просто термин какой-то такой непонятный для многих. Висцерал. И для меня, кстати, тоже. Висцерал, ну окей. Папа просит отпустить все мои мнения и зайти в эту конъюнктуру времени и прийти в тот момент, где я могу уже об этом говорить. Окей, сейчас я отпущу все остальное и зайду. Я стояла на геноме до того, когда мы начали свою встречу. Сейчас геном плавно отойдет полностью, и я зайду в это время. Окей, время повернулось и выпрямилось. Окей, висцерал — это момент создания. Поэтому вы понимаете, что я не могу создать это положение для другого человека, но это человечество должно туда бежать. Создание — это принципиально то, что мы всегда должны во все века происходить здесь, в создании. Но он говорит, все равно переключись, любовь моя, он говорит, переключись на тай-чи. Хорошо, вот я сейчас с легкостью отошла от своего висцерала. Он у меня начался здесь, в грудной клетке, но он продолжается во всем моем туловище. То есть создание начинается у меня возле сердца. Теперь он говорит, обойди все стороной. Он говорит, объясни, почему человечеству нельзя дать висцерал сегодня. Практически я знаю, нелегально говоря, что немногие говорят с Богом на сердце. Многие требуют на эго, на другой стороне своей планеты, не существующей для меня в большей части времени. Он меня переводит на эго, когда я должна говорить со стороны эго, но я уже прошла все эти пути. Он мне дал 16 геномов, 16 геномов со мной работали на всем этом открытии. Как можно быстренько сейчас дать возможность? Но я могу за четверть секунды понести человека в создание. Я в клинике, когда мне разрешают говорить с человеком клинически, создаю на уровне этого момента. То есть с Богом я лечу людей сегодня на уровне момента. Он сопрягает меня с собой, мы создаем с человеком хорошее отношение к себе. Что еще приходит к этому человеку? Приходит с их собственной матрицей. Он говорит, окей, плюс, говори уже дальше, которая подключена к Божьей матрице. Я все время стараюсь не иметь клиентов, не иметь пациентов, потому что я не хочу. Не хочу, это сложно. Это горе для меня, начинать рассказывать все, что я уже познала. Мне неинтересно, я не хочу, я рвусь вперед. Так что осознанно говоря, специально не стараюсь, я скажу, что я даже сегодня на Facebook свои написала, пожалуйста, не хочу пациента, но меня Бог все время толкает.
мое сердце подвольно ему, иди вперед. Теперь, как мое сердце выбирает? Энергетически я знаю только Творца. Я не могу обойти себя стороной. Он покрутит меня еще пару дней, он все равно напряжет меня и скажет, ну что, собираешься или не собираешься идти клинику себе делать? Потому что он мне обещал, что будет клиника. Слишком много горя вокруг. Но я люблю эту часть свободы, где я потенциально работаю на сумасшедшем красивом уровне и ухожу и говорю, окей, я довольна, дай мне еще немножечко. Но я же не могу наглеть с Богом. Я не могу продолжать. Так что, чтобы продолжить эту тему, я создала очень хорошие условия для себя как личность. И причем тай-чи. Тай-чи когда-то я изучала в аспирантуре. У меня даже был возможный вариант, там, может быть, предлагать людям на свой веб-сайт и говорить о том, что тай-чи помогает. Есть ресурсы в Америке, которые показывают, что оно влияет на давление, помогает тем, этим, пятым, десятым. Не уверена особо, как я бы не пошла бы это не сделала. Но два дня назад я нашла ситуацию, в которой я вдруг очутилась, не понимая как. То есть я была в висцеральном коннекте с нашими родителями, я стояла там, чтобы продолжить нашу беседу, почему эта тема появилась, я плавно шла по берегу океана, теплое солнце, любовь меня питала, мои фибры раскрылись с души, я в прекрасном настроении, парю, буквально парю, мой дух в моем сердце парит, отдых моему сердцу. Это прекрасный облик, особенно для женщины, я призываю сейчас женщин обратить внимание, на что можно пойти. Иду медленным шагом, и встречаю по дороге в гостиницу назад мужчину и женщину. Цельно говорит, что они, стояли, муж и жена вышли на пляж, и они двигались. И я, естественно, знаю, что это тай-чи. А когда я хожу по океану, за мной свита идет дальше. Будда подошел ко мне и предложил, войди. Я вошла, так как я в висцерале, я могу стоять, и они меня даже не чувствуют. Они меня, может быть, даже и не видели, я не знаю. Потому что они оборачивались, делая эти движения, и они никакого признака духа, они не остановились. Я потом спросила мать, я говорю, почему? Они не могли остановиться, она говорит. Но я поняла, что они просто не хотели или им не дали, а может быть, они меня и не заметили. А у Бога есть такие понятия, иногда мы незаметны. Но кто? Специальные гении, которые приходят на Землю, которые могут быть и незаметны человечеству. Но я спокойно стояла в паре с ними и смотрела, и рассуждала. Во-первых, я сопрягаюсь с Архангелом Михаилом, я вхожу в его время, меня можно и не заметить тоже. И я учусь у Бога многим моментам. Может быть, висцерал поможет нам чему-то еще, поэтому его не нужно пока открывать. Ему нужно пока дышать вокруг меня. Висцерал — это очень хороший, как бабл, я как, не знаю, в сфере. Я стою в сфере. И так я живу в сфере, между прочим. Клинически для меня это ужасно красиво. Мое давление поддерживается в этой сфере. Все во мне не горит от ума. Оно живет в Боге. Вот у меня окружило всего и говорит, так хорошо. Я молодею, я занимаюсь всем тем, что мне нужно. Он регулирует мое время, мои гены уже открыты полностью. Спиритуально я полностью откровенна с Богом. И это очень хорошо для здоровья. Теперь тай-чи. Женщина, мужчина красиво размахивали. Я видела вдохновение в ее лице. Я буду рассказывать просто художественно об этом. У нее было вдохновение. Мать мне говорит, не полезно. Я спросила у матери, почему. Она говорит, ее душа открыта. Сердце неравномерно сейчас. Она завтра своему партнеру нагрубит. Я говорю, почему? Потому что она оторвалась. Тай-чи разрешила ей оторваться. Это не цельно, она говорит, по-женски это не цельно. Я не буду говорить слово некрасиво, это не цельно. Мы будем говорить, как архангелы, допустим, говорят, что полезно, что не полезно. Теперь мужчина, мы взглядом перешли на мужчину. Он продолжал те же самые, он управлял своим организмом, он считал, что ему верно. Но оно было нерационально, оно не умно, оно у него записано на геноме. То есть он выходит на океан, он занимается этим жертвой временем, папа говорит. А теперь говорит, говори как с мужчинами, говорит, по-мужски. Зачем ты жертвуешь? Может быть, он и не хотел, может быть, он поддался облику своей жены, которая хотела выйти и быть с ним рядом в этой атмосфере. Я уверена, ему это пользы никакой не приносит, потому что оно все записано логически на геноме, где
Да, он что-то сделал, он потренировал немножко, но суть в том, что мужчины, дух-то живее, чем у женщин. Да не тащите своих мужчин, не разрешайте ихнему духу немножко заглохнуть, потому что, ну что, он, наверное, не хотел. Правильно говоря, нужно замечать все. Клинический взгляд на вещи должен быть правильным, не актуальным. Да, у них было хорошее время вместе, но правильно ли это? Для чего я это говорю? Потому что мне специально сверху говорят, что у наших женщин должны быть одни уроки, у мужчин должно быть что-то другое. Я не буду предаваться, потому что у нас сейчас короткий разговор, но для меня как клиника, которая хочет построить ретриты, которая будет желать этого, я знаю, у меня было предписано по судьбе помогать людям раскрыться в короткое время за номинальную цену, это то, что Бог хочет. То есть рациональный ум клиника продолжает работать очень генетически правильно. Давайте говорить, что нас действительно открывает. Может быть, если вы хотите провести время вместе, и дух мужчины разрешает, я должна ему помочь другими геномами заниматься. То есть я должна, может быть, переписать что-то на его матрице за 30 секунд и помочь обоим, но нельзя же заставлять нахальничать с нашими мужчинами. Это раз. Как объяснить это женщине? Мать говорит, объясняй им. Мы, женщины, не понимаем, кто откровенно так рассуждает на эти темы. Только отец и мать, которые сопряжены со мной и просят понять, мы взрослые люди, понятия нужно какие-то другие иметь. И Бог говорит, не дешевые. Понятия должны быть откровенные. То есть я сердцем женщины должна вплотную стать, это работа матрицы, и предаться откровенному разговору. Это секрет час, это секретная часть женского творения, которая по исходу непонятна мужчине. То есть часть нас, женщина, я даже не буду на радио это говорить, часть нас, женщина, останется в секрете. Я не открою это перед мужской контингенцией. И не вправе я, Бог не разрешит мне. То есть, что сокровенно для женщин, должно оставаться сокровенным моментом для женщин. Еще есть о чем поговорить. Мужчина быть проще. Мы не слагаемые. Мы должны быть идентичны в понятии Божьего творения. Ссор будет меньше. Приятных моментов, он намекает на что-то, не гардероб, будет больше. Бог говорит, женственности должно быть намного искреннее, прозрачнее, творчески много больше. Элла, простите, у меня к вам такой вопрос. Оно должно быть, оно будет, это понятно. А... Непонятно, оно не будет, если Бог не разрешит. Мы имеем пределы. Мы люди, по-человечески имеем пределы. Их нужно снять. Я снимала границы. Я это и хотел спросить, вот я это и спрашиваю. Скажите, а как вы делаете, вот, допустим, люди хотят этому научиться? Как вы, какая у вас программа, вот вы упомянули ретриты, о чем идет речь? Я вам скажу честно, я открыла даже, на крови у человека, я буду сейчас говорить очень гениальные вещи, просто тихо стойте, на крови у человека написано, как автоматически работать. Только на крови у человека можно понять себя более плотно. И Будда говорит, и не бегайте за тайчи, не бегайте, открывайте себя в глубине своих сердец, оттуда все ритмически работает. Спиритуальная ДНК помогла мне открыться полностью быстро. Я сократила свое время на изучение всех этих предметных разговоров намного быстрее, когда я сопрягала свою геномность с моей кровной значимостью. Ни один клиник, ни в какой аспирантуре, которую я закончила дважды-трижды, не поможет себе на этом уровне. Никто никуда не должен ходить. Не нужно создавать больше дурдом. Не нужно принимать химию. Не нужно предаваться этим всем моментам. Нужно начать с себя. У человека в плоти все уже заключено. Ключи в руках Бога. Мои ключи дубликатные. Я как клиник могу иметь дубликат. Но он ставит свой ключ первый в матрицу, а я уже ключи этого человека могу поворачивать с ним. Я не кручу никем. Мне нужен живой ум. То есть sacred часть нас очень ответственна. Мы все хотим этого здоровья. Почему? Потому что правильно быть здоровым. Мы все это понимаем. Следуем ли мы? Но это тайчи, который заберет этот дух не придет внутренне. У меня работает life force. У меня все строго. Мое здоровье заключено уже. Я никогда не заболею.
Я не хамлю никому сейчас, я вам откровенно скажу. Мое живое сознание внутри меня выражено только Богом. Технический человек, даже не медик, имеет право на здоровье. Технически я просто женщина, просто сидящая перед вами. И самые сильные моменты мне Бог не дал, пока я не закрыла медицину, не закрыла как книгу. Он мне дал, я не уехала в Чикаго, я прилетела в Чикаго, потому что я работала в двух штатах. В Чикаго у меня была спиритуальная работа, в Аризоне у меня была клиническая, практическая работа. Я улетела из Аризоны, прилетела в Чикаго на 2 недели в феврале, это было в начале февраля. Я знала, он меня не отпустит, но так и произошло. Он меня умолял оставить 1,5 года. Оно случилось. Потом мои гены должны были остановить все это время. Я должна была быть социально правильной для Бога. Я должна была продолжать его путь со мной, пока он не сказал, а теперь я дам тебе все остальное. Но это была причина, он не дал, пока я не закрыла эту любовь к медицинским знаниям. Он не отторгал меня как дочь, но он хочет, чтобы было правильное понятие. У каждого здорового, нормального человека есть ключи к своему здоровью. Никак иначе. Я не могу ходить блаженно и говорить, у меня есть, потому что я закончила аспирантуру. Я не имею права, но просто поймите меня, мое сердце разорвется, если я начну вредить себе, и геномно даже объяснять, но не разрешает он мне. И, между прочим, меня проверяли медики, меня проверяли, ставили мне все эти головные устройства, смотрели, как Бог разговаривает с моим сердцем. Это феноменально. Это феноменально, что он пришел мне помочь как медику. Я не искала ничего. Они ко мне пришли, высший разум. Но я работаю выше высшего разума. Между прочим, это нигде еще не написано. Между прочим, я сейчас говорю о таких вещах, которые очень, конкретно говоря, у меня очень много материала, но Бог ждет. Я фактически каждый день жду, что он мне разрешит даже выйти на свой собственный веб-сайт, который я не могу, я открыла ее 3 года назад. Он мне не разрешает написать, он говорит, ты еще не закрылась полностью от всего. Он видит во мне шикарный потенциал дойти какого-то miracle, где он знает, я должна быть. Я не ропщу уже, потому что я очень мирна в своих намерениях. Мне нет смысла спешить, и кого же я насмешу? Между прочим, у меня с Эйнштейном было очень много разговоров на эту тему. Он меня умолял на каком-то пути, я не могла полностью понять. Создание не могло остановиться, они должны были продолжать. Создание мы не понимаем. Сознание, где все стояли до сих пор на сознании, хелионический период — это период создания. Сознание во мне цветет. Но создание и сознание не могут найти друг друга. Бог должен продолжать творить на том уровне, где он имеет право со мной говорить. Периодически он мне разрешает знать. Сегодня с утра я познала причину. Он мне показал клинически на мне, что такое мигрень, как ее отключают. И почему? Ну почему нельзя говорить? Это Бог. Это автоматически происходит по каким-то пределам. Человек не доходит до своих правильных созданий, начинается мигрень. То есть нужно понимать, откуда все-таки это происходит. Но он будет кругами ходить. Я не могу крутиться вокруг своей оси. Он спиритуально мне рассказывает. А знание происходит синхронно с моей спиритуальной ДНК. Вот так я принимаю работу на себя на постоянной основе. Ретриты должны быть. Бог говорит, ретриты обязаны быть. Там я открываюсь. Там у меня вне сознания, в создании я творю все, что он хочет для этого человека. Я помогаю. Я не учу, я помогаю. Понятно. Элла, ну, вы знаете, это действительно очень необычно, это очень, во-первых, и интересно. Давайте мы на этом, в принципе, остановимся, наверное, потому что в следующий раз мы уже тогда конкретно поговорим, какова программа будет на этих ретритах, какие этапы будут люди проходить, и как это будет, вообще-то говоря, организовано вот это. А давайте мы сейчас на этом остановимся. У нас следующая программа уже намечается, должна быть в эфире скоро. И я хотел вас поблагодарить. Я знаю, вы уже скоро возвращаетесь. Достаточно продолжительная была у вас поездка в город Майами. Но понятно, что вы там не скучаете. И ждем вас в Чикаго и уже в реальном, так сказать, вашем обличии у нас в студии, не на экране нашего монитора.
Спасибо большое, дорогие друзья. Я обращаюсь к нашим радиослушателям. Вы можете задать свои вопросы Эли Арбит, вы можете оставить свои замечания и какие-то пожелания на нашей странице www.sungatesradio.com или это наш скайп SunGates, солнечные ворота, SunGates 108. Элла, спасибо вам большое, всего вам доброго и до свидания. Ждем вас в Чикаго. Я счастлива, что мы смогли открыть немножечко тайн. И счастья нам всем, и радости нам всем. Будем ждать наших встреч с Майами. Всего доброго. Спасибо. До свидания. До свидания.